Вот это место старта. После такого и уже и бежать никуда не хочется. Вот тут создается Мадера. Ну вот из таких локаций у меня марафон еще никогда не начинался. Охренеть, сейчас надышусь тут паров вина. И как бежать? Такие виды на виноградники и на бегущих. Побежали. И такого и прибегаешь, да, в такие места. Перейду на шаг, сниму вам красоту. Видно Карадаг, бухту Коктебель. Бежим дальше. Звездопад воспоминаний. Шикарное название и шикарный вид. Верхняя точка сегодняшнего маршрута. Кайф. Кайф, братва. Мы побежали дальше. Сафари-парк. А это лабиринт. Вот реально лабиринт, его надо пробежать. Вот, бежим. Пожалуйста, что вы думаете об этой гонке? Спасибо. Спасибо. Вот такие у нас виды. И вот такие девушки. Здравствуйте. Как вам пробежка? Отлично, я вообще не устала. Нет? А побегу обратно тоже, наверное, этим же путем, чтобы было 80. Ну, побежали вместе тогда. Давай, давай. Виды, да? Смотри. А вон поляна, глянь, прям фиолетовая. Это целое поле, да? Фиолетовое поле. Чего? Фиолетовых цветов. Логично. Побежали. Такие виддончики. Мы где-то оттуда прибежали. Оттуда прибежали. И теперь нам надо вот туда добежать. А потом туда спуститься. Этот небольшой, в кавычках, подъем дается мне сложно, братва. Ну, я просто должен показать, что это. Вот я оттуда пришел. Какая. Посмотрите вокруг. Какова красота. Какова красота. Вы видите, да? То, что вижу я. Вот. А теперь мы побежим туда. Я наверху. Карадаг. А это, как она называется, метеовышка. Ну, короче, так. Карадаг, короче, так. Все, побежали дальше. Так. Вот ради этого стоит терпеть, забегать на гору. Чтобы потом в таких видах вот так вот где с ним сбегать. Побыстрее, побыстрее. И кайфовать, ты орел. Вот чисто как птица. И кайфуешь. Тебя переполняет эйфория. И тебе по кайфу. Один широко известный в узких кругах трейлранер. Бегайте, трейл. Не, ну что, добежал почти. Осталось финишировать. Все, класс. Ура! Ура, ура! Фух. А. Фух. 4:30. Фух. 4:30. Пойдет. Чин-чин. С почином пробежал 4:30. Финишировал по 4. Так что еще сила есть. Бегайте, трейлы.